Всем привет, ребят! Сегодня записываем очередную мемосвязку. На этот раз у нас есть Братром. Дабла сложная, очень сильная. Кстати, у них герои Шлавы против Братрома, и нам должна быть игра легкой. Нам не дают почему-то дабл хард, но мы отберем. Я пишу, что у моего друга 6500, на самом деле у него 2500. Или сколько-то? Полторы. А, полторы уже, да? То есть сливает он. Ну, он просто не заказывает обучение в группе Haran Cyber School, точнее, в группе на сайте. Кстати, сайт упал. Скрытая реклама. В смысле, это открытая вообще? Я же бустер. Кстати, там бузы заказали 500-2000. Ну вот, будем бустить на стриме. И, ну, нет, видосы... 500? 500, именно 500. Да не 2500, а 500. Ну это... На самом деле, я понимаю, если людей калибровка в начале, первый раз играет. И... Но то, что так реально находиться на этом рейтинге, это довольно-таки странно для меня, потому что, по-моему, любой игрок, который очень сильно старается, может апнуть. Ладно, надеюсь, уйдет все-таки от нас шейкер. Не уйдет. Ну, не уйдет, пойду в лес, пока закупаться не буду. Хотя смысл, да, даже связки, если в лес уйдем. Нет, смысл будет. Ты наберешь левел, я наберу левел, отпиздим. А может не реально из леса начать и прийти тебе на третьем, мы будем с тобой пиздить, как думаешь? Сможешь один постоять? Один, конечно. Ну все, тогда я нажимаю. Да, он идет отпиздить. Айрон Талон и Кларитель. Вообще там герои такие, посмотри, просто вата против Братрума. Цепка Джиггернаут. Просто что это? Они будут фидить. Только там, ну, те вначале сложно, наверное, будет первое время. Но как я придумаю, сразу же пизда. Будет грустно, если сейчас... Ну, хотя нормально пока. Нормально. Шейкер First Pick на 4200, это меня все время пугал. Я сейчас поставил анимируемые портреты, вид так оказывается красиво светится. Че шикер на топ идет? Шикер на топе что, медом? Медом намазано? Да, намазано медом, да. Говном, точнее, я хотел сказать. Говном, он же дерьмо хавает. Сколько шиков всем слышал, о чем мы говорим в команде, уже понимает, что предсказывать нужно. А, он откуда будет делать? А. Отвечаю, парни, не в углу никто стоит. Ну все, отлично. Не буду у вас опыта. Да и не надо. Я в лес ушел, типа, я с леса быстро вынес, шмотки помогу. Я отводы поделаю. Ну давай, делай. Я буду пулить и вернусь на третьем левеле. Может на четвертом. И мы будем пиздить. Enemy. Чёрн тюбан. В смысле сексуальный? Бара соло стоит? Это голос жёлтый какой-то супер громкий. Да? Да, это да. И в три сердца потише сидел. А как ты смог мой твич прочек? А, понял. Через ДБ. Реально, обычно тысяч протягивал. Так и громко, на самом деле. А только в доте громко так? В тесте тоже громко, но я тебя потише сделал. Принял. Странно довольно-таки для меня. Что ты от меня хочешь? Не успей заблочить? А, он тебя учит в доте играть. Блядь, крипа не заблочил. Он, если там инвокер сам делает это. Ну, вокер хорош, а чё он не качать ничего? А, нажми три раза Е. Нажми Е три раза. А, всё. Гайд Нейтвокера, ребят, не смотрел просто мой, поэтому не получается у меня играть пока что. Вообще, очень часто в любых связках я начинаю с леса, потому что висп с леса это просто имба, он очень много выносит. У вас будет шанс потом очень сильно сноуболить из-за этого. Но минус в том, что вам может герой прийти и дать пизды. Ну, если вы неопытный. Зевс сам будет. Да им пизда, я приду. На самом деле, Зевс очень круто, тебя пассивка хуярят. Ну, если не спорт, на лом, то больше. Я сейчас ошибся максимально критически. Я не добил крипа, и из-за этого у меня спот не заспаунился. Я проявил, ну, можно сказать, в один спот буду опаздывать во фарму. Ну и КГ. Нет желания играть тима даунов, а репортит мутут. Или что там еще говорят? Разбиваешь молотки, разбивай талон. Тимпер соляно против бруду, это вообще кайф. Типа изи линия. Бля, тебя вообще, да, по кайфу вижу все. Шейкер там тоже пулит. Шейкер вообще батя, на самом деле.
Все с пиком и отводы идеальные. Инвокер гушает после следующей пачки. То есть не этой, а следующей еще. У меня крипы идеальные, на самом деле. Если бы я не залажал бы с отводом, точнее, с крипом, я бы сейчас пиздец вынес бы. Я бы уже был почти 4 или 5. А так у меня сейчас только 4 будет. Да, ну и пизда сейчас будет. Я 4 получаю, я перехожу. Че, инвокер, go shine? Бара, он тебе темку предлагает. Диман. Я его не слышу вообще. Он тебя не слышит. Без понятия. Он в Солянова, да? Не знаю, наверное, нет. Он ты не мути. Я иду на топ, короче, Диман. А, там Солянова, да, я решил. Сапог. Ну, ты башня не работает, да? Ты сейчас не забашишь, что ты не башишь. Ну, все ясно, короче. У меня третьего еще нет, чтобы быть суперсильным. Здесь что-то... В эту сторону, так вот. Только у меня хилить нечем, сразу же говорю. Или ты... А, там ман... А вот здесь маны нет. Если я сломаю, по... А, у меня... я левел получил. Ты мне фласку дал? Ну ты задрот. Чего, как, знаешь, вот вроде как... Давай. Вроде как есть, типа... А курицу можно поднять, пожалуйста? У меня ничего нет, я умру сейчас, Дима. Меня крипы просто убьют. Я не могу, все, ты там один, типа... У меня вот, просто 7 хп. Я флою, гон драться. Гон ашрайн, чел. Бэчет пофанились. Блять, руна, 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 руна. А тебе не нужно уже вы, да? А если варик может, что я пофармлю, типа лес до пятого, или будем продолжать хуярить их? Не, не знаю. Ты думаю, будем. Просто там крипы в лесу хорошие очень. Ладно, нет, пиздом. Или нет, не пиздом. Я же надо зачаржу, что мне будет басос. Да-да. А, он развернулся решил. Ну, гоу, развернемся вместе. Тому пизда. Важно. Ясно. У меня нет больше хила. Найс, а! А где саппорты? Они решили до Джаггера видеть? Пусть, окей. Это база. Там терпи. Хила нет, но вы держитесь. Ебать, у тебя левел низкий. Ну нет, на самом деле у тебя левел высокий, просто у меня слишком высокий. Я лишь... знаешь, это как типа унижать школьника какого-то, который типа ботаник, чтобы на его фоне казаться сильнее. Хотя на самом деле слабый пиздец. Ну как меня раньше пиздили в школе. Что ты ржешь? Мне нихуя смешно не было. Помнишь, да? Мы с тобой разных школах учились, что ты пиздишь? Ты можешь вспомнить. Че, Джаггер делает это, охуярим его опять. Большой грибов, на самом деле, пропускает. Я хочу, чтобы он быстрее показался пока. О, давай-давай, чаш! за этим еще. Может, на 17%. Бля, это просто 117%, блядь. 175%. Бля, ты просто критуешь без... Ну, серьезно, критуешь, если башишь. Если бы ты раз чаржнулся, дал баш, убил. После этого чаржнулся, дал баш и... Нет, оно для 2 баша дал, не помню. Это неважно вообще, пиздец. Это не impossible, блядь. Такую не видел, примерно, 2001 года. Ясно, ЛУ КС без топора играю на баре. Так, что нам делать? Ждать, пока придет наш друг. О, я готов.
Если он захочет, все, сразу же. Вот. Давай, давай, чаш. Бля, он успел нажать. Ладно, не так важно, на самом деле. О! 117%, да, у нас, значит. Какой кайф! Просто удовольствие. Не знаю. Есть варик, знаешь что? Я слетаю на базу. Не, хуйня, или нет. Короче, я хотел на бруду делать рела, но просто без дастов это, по-моему, хуёвая идея. Есть у тебя дасты? Нету. А где саппорты? Они типа пока? А мид можем? А Тимбер на самом деле пиздец вот фармит Бруда. Борис, ты знаешь, либо баскетболистка, там, Гетрин Бруда или как? Бля, напугал меня, я уже весь порезер не раскрутил. Она, короче, типа, пиздец высокая. Ну и фамилия Бруда. Хотел бы, чтобы у родителей была фамилия Бруда? А, типа, сыновья это паучки, короче. Меня, кстати, видно, тут лайнвар стоит, у меня полушотом припас сделал ВРК. Она может сейчас тут быть вполне, в инвизе каком-то это, да. Я на бас летаю всякий. А, она тут реально лук. Ну что, больная, блядь, она просто заплевывает меня. Даст, наверное, куплю. Вместо маски и вместо ТПшки. Сейчас. А, я релки же потратил. Ладно, я готов сейчас, типа, если ты готов, можешь просто начать. Можно зарофлить его, ультой тебя пугать, пока. Ну, когда он подходит, типа, в конце концерт отменять, и он кутилку будет тратить. Хорош. А сейчас ставлю вар, типа, и нас будет вижен на чарж, он без крутилки. А, тут ВРК до сих пор. Она что, ёбнулась? Я просто ПКД спамит, типа, ушёт. Ну, типа, у меня много хила вроде как. Давай, давай, чарж в неё. Я сломаю вар. О, ты сам, да? Не тебя, да, фоксить решили? Ладно, давайте. Ладно, видимо, всё-таки получилось у них немножко. Хорош. 117% прокляли. Ладно, мы убили их. У нас 4 героя, мы убили 2. Это круто. Так, а что у меня? То есть громкая аркана какая-то, всякие звуки противные издает. Ну а что левел получил, кстати, нельзя. У нас мидер основной фрифарме. С манго. Мангуст. А, на шейкер еще есть лул, я только что заметил. А? Ну вот воду делал, но типа толку. В данной ситуации уже нет. Сейчас... Есть варик на борду чарженца? Я делаю ТП с тестами. Все, найс. Помогу Тимберславу. Опа, че, ко мне зевсы приходят. Карач. У нас только 4 в топе было, как бы. Мы вроде как молчим. А ты пригорел, проиграл. Я не горел. Я спросил. Считай, что я сам с собой поговорил, хорошо? Ну вот больной человек сам с собой разговаривает. Ты больной. Опучки. Так я знаю. И что? Что он знает? Зачем мне это говорит? Не знаю, типа. Я не знаю просто. Вроде как много урона носим, у тебя слоты крутые. Ты вообще можешь сабельку сделать какую-то? О, смотри. Зюса хочешь? Ну и Зюкса, и ну и вообще крипов хотел. Бля, я тезер ебал. Ультуешь? Так как же много урона у нас? Я не знал, что пила может спили... А, там Брут мама делает, вот. Короче, тут опять ВРК, я понял, в прошлый раз она, короче, кидала повышоты из 10 тысяч на ВРНЖа. По 10 штук, о. Подсели, короче, слышь отсюда. Вот, смотри, есть чаш, 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 чаш в нём. Найс. Nice. Да, сейчас вернемся и захуярим. С интрями, типа. Или лучше. Да, нормально, мы так убьем его. Лейндроп можешь купить себе. Помогает очень, да, ситуация. Давайте сам. Блин, как же больно это паушоты делают, даже в рейндроп. Я на топ могу сделать. ТП бить джаггер, наверное, шейкером. Да. Шейкер, напади, короче, на джаггера сейчас. Подойди просто, ультани в него, я убью его. Ладно. Даже сейчас работает. Красиво.
Ну, крутой, на самом деле, то, что так бара показывает всем. Так, нам нужно с тобой вдвоем действовать по карте. Что когда один летает висп, это сильно, а когда два, это вообще пиздец. Он меня ТП КД, локет КД, там сами. Вы там держитесь. Бля. Он может айс вол положить, у него скиллы есть, слышишь? А чё, ты стесняешься скиллы нажимать, друг? Чуть назад, чуть назад, я тебя захилю. Бля. Не знаю, стоило ли этого, наверное, нет. Он стесняет скиллы нажимать, он нажал, типа, лагерь, типа, стайк и всё. Больше не будет нажимать. Напади на него. Типа, я пиздец, что сильно, я могу захилить. Напади на него. Ты что, больной? Бей его! Хеллоу! Ладно, он... Я учу его играть на инвокере. Шекер, мы на боте. Хуй знает. Вроде у нас тиммейт умирал. Кем там был? Реген. Дошло дегенерация. О, ну топ, сделай чаш. Бля, да, я вижу, еще покажется, сделай. Не, он не покажется, он будет... А хотя, может, по варду покажется, хз. Anyway, be ready. Все, можно, знаешь, что комбинить? Ты, короче, чаришь, я прицепку делаю. По вину. Мы летим через всю карту. Не знаю, ну, типа... О, на боте опять экшен. Бля, у меня ТП есть, но я не купил его, в общем. О, нет. Ты можешь делать чарш мид, и мы поможем. Делаешь? Ага. Далеко слишком. Башем 30 хп стоит. Ты знаешь, да, что вроде как... Блядь, ну, ты ебал рендроп взбивать. Они же вроде работают от скорости атаки, да? Больше урона носят. То есть, если я тебе еще даю скорость атаки. Моя получает 30%, еще урон тебе дает. Нет, скорость передвижения. А, передвижение тогда. Ну и под весь полотен тоже получается. Я же тебе скорость передвижения даю. Шекер с даггером зато на 14. Хоть и варда я не купил за игру. По кайфу ему, наверное. У меня релге сейчас будет, но дастов нет, как всегда, да. У тебя есть даст? Нет. Есть варик на ЦМ попробовать, или там героев 10 за спиной? Там стоит за дверкс. Давай вот так вот. А, ну все равно, не важно. А, все, понял. Ты тезер порвал, друг. Если не порвал бы, точно выжил бы. У меня была дегенерация бутылки. А, он ульт потратит, ладно. Тебе не все время, 4. Да, ну и мне, просто если тезер бы не порвался бы, то... Мы все убили, у меня реген бутылки, 9 стиков, 2 урны. Просто противно, что Шейкер ничего не делает. Другого в доту играть с нами, а не просто вегать. Просто мы вдвоем пытаемся про четырех играть, у нас пока что получается, но скоро у нас силы иссякнут. Кидал ты суры. Скилл он носит урон и станет пятерых. Даже не обязательно, чтобы ты их просто хорошо кидал, просто кидай хотя бы. Просто когда мы играем вдвоем против девятерых, нам сложновато. На карте 10 человек. И что? Как вы вдвоем против девятерых играете? Легко. Гейб еще против нас. А, понял, все, так бы сразу. Че он рот открывает? Я иду, Медос. Я иду дальше. Давай дальше. Я убью ее. Давай, давай, вот этого. Давай, 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 гоу, гоу. Бля! Вообще, это когда как собака на полотке выгуливает? Ну, если сластили равно собака на полотке, а тут просто дебил какой-то. Тут бараны на полотке. За что? Не буду говорить. А! Казах на полотке? Навального, может, тогда? Ну, Навальный, Ютуб же Навального еще банят вроде.
А есть на джаггера барри крила? Блокер, смотри, я, короче, где-то слышал, что чтобы в доту выиграть, нужно вышки бить. А так вышло, что ты единственный герой, который у нас бьет вышки, а? Не мог бы ты там помочь? Да, замучился очень громкий. Хотя на миду ты один стоит почти, ну, половина хп. Смотри, я тебе ее. Все замучил, короче. Не, это фармить не обязательно. Вот там вард ее ставит. Поставил. Да ладно, блядь, нет, куда? Я, конечно же, вард здесь не буду. Шейкер, собирать вард покупать? Наверное, нет. Ну, буду бегу с достами. У меня мало типа здоровья, но я пробую. А, ладно. О, хороший шейкер. Потому что реально меня сейчас просто зец глубил. Ой, ёб твою мать! Жалко, что он не сюда, да? Ну туда бы сейчас ультанул бы, это просто, блядь, ад. Бета просто накопил денег. Ой, ты еще, да, зафармил что-то? Блядь, Бета тут, конечно, этих брудман. Хуёво, что я еще за игру не раз на страйк еще не видел, когда мы с вами бежали. С чаржем. Я подожди, я тебя не слышу, он слишком громко говорит. И замутил его, говори, я замутил его уже. Реально очень громко пиздит. Мейлшторм. Первым слотом. Господи, что это? Что это за сборка? Это ДЦП. Я пайп делаю первым слитом. Там уебищный герой вообще. А тот вот и делает. Нет, по-моему, ты не убьешь его. Он тебе сейчас. Ну, ты побот. Я не знаю. Там. Он прыгал в суру. О! Кайф. Не, нокер это вообще дядя нам такой антюрный. Не ДДшка. Что это, блядь, даже не грофл какой-то? Что они делают? Они просто чисто физически скиллы не нажимают. А что ты тизер мне не дал? Это был тизер. А должен? Я даю только хорошим игрокам. Зачем мне давать его тебе? Не, просто дело в том, что я на тебя в свое время рассчитывал, и мне не получилось. Понял, да, ну теперь. Не, дядь, я говорю, я зачем мне играть на героя, на который могу помочь хорошему игроку и не помочь плохому? По-моему, логично. Ладно. А, ну все, безобоснованно, да, так? Окей. Просто я знаю, что Братруп хорошо играет. И я буду с ним играть. Зачем давать тебе тезер? Я попытался с ним поиграть, типа, и он ошибается, нет смысла дальше играть. Я дал ему пару шансов. Ну, типа, колбасер. Колбасеры. Не, Окер какой-то тотал АФКшник. Я не знаю, типа, ну как будто реально. И противники играют супер плохо. Ну, еще как-то они пятером просто бегают. А союзники вообще прям редко такое бывает. Что вроде как рейтинг более-менее еще, ну, относительно, типа 4300 не такой маленький, солянка. И люди банально не могут нажать скиллы. Банально понять, что нужно собраться пятером пойти. То есть, это бруда, то есть это тимбер, это брут тимбер. И брут мид. И вот мы с тобой хуярим. Бля, не успеет изрубиться, наверное. Ну, я с базы прилечу. Это, наверное, 5 героев, 5 будет. То есть, да, там... если я нажму, если там будет, нет, не будет. Но я все прилечу все равно. 100%. Он видел тебя, там лейнвар. Что-то вообще не бьешь. Пойдешь, Александр? А, все понял. Я ТП сейчас делаю. А он, что он делает? Блять, понял, что делает. Дайгер, я пробую. А, там еще и я. Не, сори, я, наверное, возможно, должен был забрать. Потому что они все команды просто себя хуярят. В общем, ребят, я вам скажу по факту. Вы играете соло мэр, я играю пати. На пати мэр мне пофиг. Я лишь стараюсь сделать так, чтобы мне было комфортно играть. Если вы хотите выиграть, пойдите в пятером вместе с нами и сделайте хоть что-то в этой игре. Не хотите, продолжать играть так, как вы играете сейчас. Надеюсь, им доступно все без риджей мата, объяснил?
Если они этого не поймут, то, ну, ничего страшного. Не все время же выигрывать. Еще тычку надо успеть сделать. Ну да. Типа саппорта, типа и нет. У меня пайп 21, вроде как пиздец быстро. А вроде бесполезно. Про подфармить туда что-то, не знаю, БКБшку, потому что Владмер. Мне кажется, БКБшка-то профитнее. Ну, Владмер тоже имба на нем. Очень много дает. А насчет мома не думаешь? Ты помнишь, там... Ты мом любил. Мам. Тут брудишка может быть. Достислав есть? Есть. Я зачем-то себе сентри везу. Ну типа парень везет себе просто Badlands. Он здоров, типа? Как замутишь, чтобы это не слышать? Не, похоронный вибасос. Человек, я просто Сэндж купил вместо вардов. Сэндж. Сделай Сашу Яшу, порадуй меня, Шакира. Да лучше бы Сашу Яшу сделал, чтобы окончательно в репорт пойти. Я хз, что нам с тобой делать, потому что 2x5 очень сложно перемещаться без вижена по карте. Верку мы не убиваем, по-моему. Там еще даггер, он вообще пойдет туда отпушивать. Плюс вся команда. Если ВРК тут, значит, учусь 4. Я не вижу смысла драться вдвоем x5. На фидере пару раз уже, хватит. Да, я не пролечу же. А, найс. Блять. Что так, а после применения скилла я не виноват. Шоколад ни в чем не виноват. О, все, 5 героев. Сентряк мы сломали. Она будет активная. Инвокер пассивный. Ты знаешь, я еще понял, что инвокер долбоёб, когда он не прокачал сферки. То есть он пришел на мид без сферок. Точнее, ну, сферки прокачал, но не на жалах. Он мог кинуть санстрайк с базы, я не знаю. Потому что, ну, что ты на касту вас снимаешь, кроме санстрайка и отстреляя сферок? Дайте подумать. Хз. Пайп пиздец много дает, но... А куда он ушел? Ты куда? Хеллоу! Ты соло игрок. Ты куда? Мы можем башню разменять. Они все у нас ищут скайт будут, слышишь? Отойди чуть. Быстрее же. Ментос, ты сейчас умрешь. Не искать, не будет искать. Окей, ну я контролирил, окей. Ну просто как обычно делают ТП на шрайне, а начинают нажимать ультивса. А может лучше с релокейтом будем делать, ладно? Ну я готов. Только нет, там еще дезактивировано 4. Бля, минус к фицуру, отойди чуть, бля, пробуй помочь. Там было... Я говорил, что есть. А ты не прыгнешь, ульт не дашь, друг? Смотри. Ладно, не надо. Какой же это тварь, серьезно. Я не понимаю, что он делает в этой игре. Ну, типа, я хочу, чтобы он играл, я ему говорю, что он делает. Почему он боится его? Просто бей! Просто бей его! Просто бей! Ладно, все, продолжай играть один. Он может ударить же тотема? Не, это редко бывает, что меня человек в полыхание обводит. Сантимера не убьет. Он супер жирный. Может развернуться, попилить его еще, когда борда не было ульты. Сейчас есть ульта. Ладно. Это какая-то лоб-тест игра, не знаю. Мне так чувствую, как будто мы попали в хуйню. Давай-ка 0-4-3. Он, кстати, умер. А где он умер? На бойце. Ну, по-моему, гайда хуярит. Я говорил, что драться не надо с командой, типа, до ганима. У него ганим уже есть, он сам не делает. Да, опять умер. Забыл бы я, это вообще было бы изи. Я появился, теперь... Теперь не изи.
Теперь я готов, если он дагер тратит. Может, надо вдвоем с тобой действовать, потому что выиграть шанс с таким инвокером примерно нулю равен. Если мы вдвоем будем двигаться. Не, мы, у нас есть шанс, если мы вдвоем будем играть. Потому что. С твором нечем будем вообще бить. Ты будешь бить, ты заберешься в число топ. Потому что у них на кэрри тот дебил играет, как и у нас. Не, у нас вообще просто кэрри нет. Ему спейс дают информит. Для синвокера, чтобы кидать себе лакрис и фармить лес с ним. Ну это тотал зашквар, по-моему. Я понимаю, тут скилла не требует, и ты типа такой скилловый, тысяча крипов, левел выше всех на карте, но... А смысл это не может реализовать. Все у него вообще 19-й, ну такое. Типа, у кого там противников? 20-й джаггер, который ничего в игре не делает. Мы должны вдвоем играть, типа искать кого-то и ловить. В этом заключается же суть нашей связки. Лар. Не ходят, не смотрю никого. Иногда ходят, иногда, очень редко находят. Поэтому нам просто не... Ну, ты фармишь, доджишь файты, видишь соло цель, влетаешь. На топе сейчас не соло цель. Разбруда линию свапает, значит она идет с командой. Раз шейки не покупает варды, значит он долбоёб. Кто это? Какой скрытый пул? Ты слышал, что сказал шейкер, нет? Нет. Он сказал, что ой, кто-то там из скрытого пула, я не понял. Ну, типичный игрок, который верит в скрытый пул, а сам играет, как будто у него вся жизнь в скрытом пуле. Парень просто ни одного варда не купил. Если ты не купишь эндель, ты проиграешь эту игру, как факт. И варда. Ну, тебе пофиг, поэтому это твой рейтинг, соло ММР, 4000. Продолжай играть. 4300, ладно, беру слово назад. Ну типа вот сейчас максимум два героя на топе. Но шейкер не хочет делать ТП зафармить. Тогда бруда принес соус. Ладно, пофиг. Не знаю, я не хочу умирать по твою душу. Просто если тебя влетят, очень не хочется. Не знаю, был ли в этом смысл? Все, понял. Я не могу тебя захилить, я все делаю, но не получается. Пиздец. Вард твоя сломать. Я разбежно был аверка, блядь. Один инвокер стой. А, он тут. Он ТП на шайн сделал вместо нас. Мукс, Ю, не знаю. Мне пизда, по-моему. Ну я постою, мало ли не додумается, что я могу. А, видимо, не работает так. Я не буду вард покупать, чисто принципиально уже. Просто из принципа не хочу покупать, потому что... Любишь, тревела, я снова выходил. Найс, назвался. Знаешь, сколько нужно плохо играть доту на бруде, чтобы умирать в инвокер? Ладно, в общем, мы так все равно эту игру выложу, потому что мы хорошо отстояли линию, в целом это показали, как работает. Давайте про синергию скиллов расскажу. Во-первых, Spirit Breaker, его урон от баш увеличивает от Move Speed, а Move Speed дает висп. Это много. Во-вторых, висп, как правило, так музыка противная какая-то. Всяко. Во-вторых, висп сам по себе сильный герой, и Баратрум сам по себе сильный, и... Эти состраки я просто не могу, я заверить, я просто... В общем, во-вторых, висп нуждается в помощи тиммейта, который будет идти баллом вперед, как правило. Ну, то есть, поэтому любит Бристлбеков, Легионов, Тиников и Чаус Кнайтов. Баратрум один из них. То есть попробуйте, может поиграть эмпатия, вам не нужно много мозгов, вы просто нажимаете charge и нажимаете тезер, дают скорость атаки Баратруму, ну и скорость бега, очевидно. И он делает всю грязь за вас. То есть, в этой же игре выиграть довольно сложно, потому что мы взяли двух героев, которые овнят всю карту. И мы вроде как овнем так посмотреть, раз Диман очень много в соло умирал из-за того, что я мне помогал. И, ну, из-за того, что он один часто уходил, но мы обычно, если играть такой комбинацией, можно вдвоем просто овнить всю карту. И вы можете это делать. Вам даже не нужно будет башню ломать, противник сам АФК встанет. Мобили, кэрри, у него там 0.5 счет. Но в итоге с этого 0.4 было сколько? 0.5 или... Да, 0.5 был. Сейчас он... 0.5 был. Сейчас он 6.7. О, всякий реализовал своего героя. А он ТП хается? Отмени ТП. Не, если бы не отменил бы, я бы точно сгорел бы. О.
меня желание просто... Дверка была. Да, вижу. Стой, я сейчас так делаю, смотри, будь готов. О, она в инвизе. Наверное, со мной в инвизе. Я невидимый, если что. Вот, в общем, мы вдвоем пока что херарим всю карту, и видите, мы вдвоем это делаем. Не смотрите, что инвокер нажимает скиллы, это мы делаем все вдвоем. Нам никто не помогает, ноль помощи. Тима даунов. И теперь даже такой дебилный инвокер может сломать им базу, сломать. Хотя крипов нету, поэтому сложновато. А, есть лук. Ну, go to the next tower. Сейчас шокирующий захилю. Танчи тавер, пожалуйста, professional player. Если он переагрит тавер, то я очень сильно огорчусь. Он переагрил тавер. А нет, не переагрил еще. Найс. Ну все, он красавчик, типа, запотел. Не смог переагрить тавер, и я радуюсь этому. Забавно, мы только что проигрывали, а сейчас базу снесли. Почему так происходит в Dota 2? Медос. Почему так в Dota 2 происходит? Почему ты можешь проигрывать 5 минут назад? Худшая игра в мире. Вот я бы хотел сказать, что... Лучше гайд, ребят, по Dota 2, не играть в Dota 2. О, Illusion for me. Or for you. No, for me. Мы без вардов даже выигрываем. Ну, человек их всех не купит их. Он БКБ купил. И МКБ теперь делает. Серьезно, у него вот этот рейзинг, типа, 4300, ребят. И вы хотите себе заказывать бусты, даже поиграть с такими людьми? Наверное, это стоит того. Сейчас антирекламку сделал. Что? Антирекламку сделал, говорю. Ну, это не важно, я факту, я честно говорю все время. Меня почему любят мои стримы и бусты, потому что я честно говорю все время. Если я говорю, что... Он любит твои бусты стримы. Сори. Поэтому, блядь, у меня за месяц почти 5000 подписчиков набралось. С нуля. То есть у нас чекер умер. БКБ нажал. Ну, зато не зря купил. Ну, опять же, лучше нажать, чем не нажать. Как правило, в доте есть. Куплю еще плащик на глеймер. Тут пусть на базе лежит. Я просто запретили меня курю дома. В дедоме, точнее. Ой, хороший шокера. У меня есть пак, Ментос. Ой-ой-ой-ой-ошеньки. Это хили, Ментос. Может, дерись, Ментос. Я сломаю вард, сломаю вард. Реально, пробежался, блядь. Она умрет. Let's go. Ва, let's go. Baby, don't hurt me. Пойдем вдвоем. В соло. С копочкой вдвоем. Закончена игра. Плюс. Что он делает? Почему он продолжает делать? У него нет русилки, у него нет БКБ, и он идет прямо на нас. И не жмет шрайн. Господи. Ладно, эта игра вообще супер интересная, супер легкая. Не знаю, в чем ваша проблема, почему не можете принимать рейтинг на виспе. По-моему, супер легкий герой. Даже Тима не зависит, видите. Тут можно иметь полнейших дебилов и выигрывать. Просто в ну, нужный момент они пойдут и сломают. Если не пойдут, ну да, был бы шанс проиграть. Бать и бьешь. Кираса почти. Господи. Спорим, взял свищу на виспе. Ну ты нечестно, ты не отменяй атаку. А ты от меня отменял? Отменял. Че купить, чтобы быть тебе полезным? Тараска не работает против Зевса. Че еще? Че у нас есть? Юл особо не работает. Или работает? Да, работает Юл нормально. И Мэйсик мне даст, и ман регена тебя. Вообще хочу, чтобы на мид сделал чарш, и я подъехал туда вместе с тобой. Все, мид. Ага. 30 рублей. Гривен, типа, у нас же другая валюта уже.
Или может Рушана даем убьем? Ногу. Давай там и продам. Что ему даунов, ну, приходится продавать. Не знаю, мне, наверное, грифси куплю, да. Грифси в этом пике нормально смотрятся. Батиман регенится на самом деле. И хп. Я вообще ничего не юзаю, это просто регенит, что от моего регена. Что сюда, блядь? Метеорит, торнадо вкусная. Хорошо, хотя бы ты забрал, самый полезный герой. С грифсами все это точно победа. Ну так я, наверное, ошибся, потому что Ю купил, и все были бы полезнее. А, то есть... А, все, они решили пойти вместе. Ну, найс. У нас базу, говорили, никто не бьет, а вроде как и бьет. Можешь побить базу, я типа хилю. Сюда, да. Дегенерацию нажал. Типа они тебя вообще не фокусят, меня вообще не фокусят. И это им пиздец минус, по-моему, идет. Не знаю, за место захилил больше, чем за всю игру, по-моему. Тест заебал. Да, я в курс. Держи в курс. Что он делает, блядь? Легкие сложные. Легкие раковые. Я думал, заберет. Ну, он просто, наверное, не смог нажать мышкой на нее. Опять. Так вот, забрал. Прикольная игра. 50% дизморали, 50%. Начало очень хорошо. Вообще по кайфу. Не, ну. Да, ну это весело. Ну, то есть, ребят, смысл связки в том, что бежите вдвоем, хуярь, бежите, да. Бегите. Вы как раз сказать? Бежите. Или... Не знаю. Я не русский. Да, я тоже казахстанец. Эжи. Че, будем? А, ладно. Ты у вас есть релокейт, но... Мой кэрри долбоёб. Я твой кэрри. А, лол, мы потом, кстати, на 25-м еще 134 шанс башен. А, да, я видел. Или там чарж, как была сикер на спидах. Да, да, да. Я не знаю, да, что лучше. Тебе, наверное, баш лучше. На прямом баш. Да, сами. Кстати, за варду ни одного игры не купили, да. Бля, знаешь, что я хотел, чтобы испу дали раньше тезера какой-то побольше? На 15-м где-то. Ну, хотя нет, ему дают манреген. Чтоб вообще, блядь, с полукарты, ты пехался. У него ты изменяешь скиллы, что-то? Талант. Нет, вообще. Ну только виспари, да. Почему их виспарями называю? Это же спириты. На гриф съедет. МВК лесок фармит. Хех, лол, кек. Угу. Это тебе ты реально столько урона нанес? Ебанул бы. Полкан просто. Хех. В общем, ребята, если вам нравятся ролики подобного рода, типа, либо связки, то пишите в комментариях, может у вас есть какие-то связки, которыми вы играете, и вы хотите что-то, чтобы я пробовал это сделать своими друзьями. И также... Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно скажите инвокеру, что он сошлик. Кстати, я больше всех урона нанес. Если что. А? Я больше всех урона нанес. А ты будешь? Да. Бил. И вот. Насчет таких игроков. Тысяч нормально. Угу. И, наверное, все, что я хотел сказать. Только не считая того, что. Если вы сгораете, вы, как правило, проигрываете. Но мы вдвоем продолжали играть, вроде выиграли. Но тиммейты супер бездарные. В общем, спасибо за просмотр, всем пока.